Всем привет, меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству, и это видео для любопытных. Если вам любопытно, то я отвечу на один вопрос, который, я думаю, задавали себе многие люди. Самые удивительные вещи, это когда вы видите блогера, или человека, который вам вещает и что-то рассказывает, и вы видите прекрасную его верхнюю часть тела. Он такой накрашен, волосы у него завиваются и развиваются на ветру. И вот верхняя часть прямо говорит вам: ребята, идите вперед, добивайтесь своих целей, все будет прекрасно и чудесно. Теперь давайте внимание подумаем, а что же происходит с нижней частью тела? В чем одет наш замечательный герой, когда верхняя часть тела у него гениальная? Я открываю вам один маленький секрет, что нижняя часть тела совершенно может отличаться от верхней. Она может более быть интересней, чем даже верхняя часть. Ну, например, когда я опускаю вниз руку, вы же не знаете, что происходит в нижней части тела, но сейчас вы видите, что с ней происходит. Вот такая военная тайна, которую я сегодня вам раскрыла. Хотя вы очень умные, ребят, поэтому вы сами догадывались, что верхняя часть тела отличается совершенно от нижней. Если вам интересно было это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте о нем своим друзьям. И не забывайте, если вы видите красивого блогера, ютубщика, инстаграмщика с верхней красивой частью тела, то это не значит, что нижняя часть тела у него будет выглядеть точно так же. С вами была Лара Шум и ее нижняя часть тела.